уважаемые коллеги, разрешите поздравить вас с 72-й годовщиной со дня образования ФМБА России. 21 августа 1947 года, через два года после окончания войны, решением правительства СССР было создано первое главное управление при Совете министров СССР. Прообраз нашего третьего главка и сегодняшнего ФМБА России. Поздравляю вас с праздником, всем ветеранам низкий поклон, всем нам честь и слава. Слава ФМБА России!